Слово. В эфире Нейрогон. Сезон 4, выпуск 2 под кодовым названием Downgrade. Йоу-йоу-йоу. Сегодня у нас отказалась, приказала долго жить камера Sony ZV-1. Да, просто по питанию, по шнуру перестала поступать. Видимо, разъем сдох за 2 года. И в итоге за час мы успели найти вторую камеру Razer, поставить новый свет. Поменять сердце. Да, вы бы видели, что здесь происходило. Разобраться с обрывами соединения, короче, это было жестко. Но мы в эфире. Да, это жестко. Денис Дронов уже закидывает. Приятного всем привет, вечера. Всем привет, привет, Денис. Лица, говорят, зеленые. Да сейчас у нас такие лица, как в первом сезоне. У нас камера, которая снимала нас в первом. Оу, что за лаги? Сегодня лагать будет. Будет! Ай! Вы бы видели, что тут происходило, говорит человек. А что происходило? Что происходило? Мы не видели. Вот мне так нравится, сидишь, объясняешь, что сегодня другая камера, короче, что сегодня все по-другому. Комментарий в середине беседы. Парни, вы как зомби. Просто для чего мы это объясняли? Кому? Просто так. Можно я буду говорящей головой? Буду просто так слова вам в пустоту говорить, а вы потом мне зададите текущий вопрос, касающийся всей темы, что я только что сказал. Привет всем, кто тут давно, привет всем, кто видит нас впервые. Присаживайтесь, сегодня слушаем драм-н-бейс в эту субботу, поднимаем настроение на воскресенье и целую следующую неделю. Больше, что на заднем плане подыгрывает. Наконец-то Нейрогон в эфире. В воде не тонет, в электричестве не горит. Серега, привет. Рад. Сегодня будет, ребята, демо-рум, так что готовьте демки. Кстати, у нас постепенно происходит программное обновление. Скорее всего, к следующему эфиру уже будет другой обновленный бот. В нем сразу можно будет делать оплату. Desperado Crazy! Ой-ой-ой. Мы тоже рады вас видеть. Всем привет, ребята! Надо бота запустить, кстати. Клаус, Николаус. Привет. О, на март уже билеты куплены у людей. God damn. Включил бота, ребята, можете потихоньку закидывать демки. Через часик где-то проведем демо-рум. Oh, shit. Модераторы, следите за чатом на YouTube. Ух. Oh my. Всем привет, ребята, кто только-только подрубился. Это второй выпуск 4-го сезона Нейрогон. Тут как-то покомфортнее мне с этой стороны.
за пультами. Я тоже на своем месте. Как будто не попадает. Да. Don't put the curses on me, please. MCs are like, don't put the verses on me, jeez. The knife arrow, shooter of the white arrow. The man are lame, yo, they don't possess the right ammo. The fuck's a pissing, I can hit the grip and stick him. Let my side fuck it, stick him. Pretty women serving chicken. I'm sick of prison, swerving dippers off some bigger work. I'm missing watching with some chicken. Что такое, а? Come out the black again, back on black. Our attacking and bangers, we pack and rival them bang. And they know it's happening. We're cloaking dagger and roaming the road of savages caught in a load of drama like when this is Marvin Magdalene. О, господи. Ремикс мистера Фрэнки на BSE, по-моему. Опа. С Кроликсом. Savages. Never cute. О, спасибо. Летим только вперед, это правильно. Иногда откат, это подготовка как Брейду получше. Человек шарит. Грамотное замечание. Смотри, у нас те же самые обрывы, несмотря на битрейт. Что к чему? Ростелеком. Навари, спасибо. Андра Баседе. Вас обслуживает авиакомпания «Нейрогон». Командир корабля Евгений, второй пилот Павел. Мне тогда нужно было микрофон в рот засунуть и объявлять это, как все пилоты делают. Всем привет, я такой пилот, как бы. Мистер Пейперклип. Фит с гидрой. Уже был. Да, разок был и хватит. Эва Римпи, музон нормальный такой, мутят пацаны. А, только пацаны что-то мутят. Всем хорошего настроения желает Сява. И мы тоже. Эй. Владимир. Хотя вот та телега, помнишь? На камеру с цветами. Спасибо, Володя. На ремонт. Я надеюсь, на ремонт. Она, скорее всего, подлежит ремонту. Там просто проблема по питанию. Боня, привет. Спасибо. Привет. Фрэнки раздал жестко. А это же вообще, это да? Это Cover Garden, тоже старые чуваки. Да-да. Саня Дикий, ждем на Урале в апреле. Оу, oh, еа. Yeah. Идем всей семьей. Всей семьей это сколько человек? Семья это что? Классическое понимание семьи — это семья, твои пацаны с местности. Пацаны. Деморум Ульмус. Первый Деморум прилетел. Трек. Сбором треков будем заниматься чуть попозже. Какой сейчас просто дичий трекан вообще. Да, вообще непонятно, в каком месте бас играет, где там саб. Hello. Hello. И тебе hello. Бен Кокс. 555, бро. $360 человек нас маловато, да? Потеряли мы людей пока. Этот. Серега Слава. Еще одна демочка прилетает. Здесь просто они остаются.
Серега Слава. Серега Слава. Толя Антон. Прикинь, он еще нам фейм, победитель прошлого Деморума, прислал дымку. Прикольно. Денис Слободчиков, ремонт аппаратуры ЕКБ, я с вами. Окей. Я ваш кумир. Я ваш ремонтник. Вот сейчас нормально. Диспластик. Что там побежало у нас? Gear Tactics, Fentix. Сегодня рандомный плейлист, да, сегодня много будет свежего материала. Воп-воп-воп-воп-воп-воп. Ижевского аппарата. Воп-воп-воп-воп. Всем городам, откуда вы нас смотрите, всем привет. Щет. Дианомия. Всем хорошего вечера. Кстати, разобрались в итоге с участником Деморума предыдущего выпуска? Это был матерый новичок. Да, матерый новичок в орбите нейропанка. Это новичок и приз забрал по праву. А еще я оказался студентом моим. В прошлом, да? Да. Кожаный еж, пацаны. Студентом, о котором ты не знал, который сам сказал, что когда-то покупал курсы по Беркли. Без палева. Когда-то давно, когда еще ты только начинал, видимо, этим заниматься. Где-то в середине процесса. Угу. Угу, понятно. Пацаны. Даня Механик, Кора. Даня. Даня Механик, Кора. Что ругаешься? Не ругайся, Дань. Ты же механик. Хотя... Опа! Студенты пошли. Первая, а вторая, наверное, демка. Но третья. А в боте ничего нет почему-то. Ждем ваших демок в боте, ребят. Там же все просто. Загружаете трек, загружаете чек. Все, демка принята. Мистер Ви, шиш, погнали! Оу, щит! Что ты делаешь? Дабл дропаю, что ли? Мета дайс. Бес, когда хэдшот? Хэдшота не будет. Ой-ой-ой. Диспластик. Четвертая демка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Хэдшота не будет, потому что в 2022 году был всего один выпуск нейропанк подкаста. Он Ульмус. Сам по себе является хэдшотом. Йошкар-Ола, Рэд-Сити. Привет, Ульмус. Это Карен, да, вот так валит? Да. Ой-ой-ой. Бе-бе-бе. О, Влад Кей. Пятая демка, деморум. Диспектабл. Трек называется «Атомная бомба». И интересно, что сегодня будет. Саня Дикий. Как вы отметили, как-то так и будет. Понятно. Классическая семья плюс пацаны с местности. Куда без пацанов-то? IB4 ждут беса в Казани 17-го. Да, 17 февраля приеду в Казань. Ребята, кто там будет, залетайте. Будет разогрев перед нейропанком. В апреле в Казани нейропанк. А так получается, что еду в Казань по делам личным. Заодно дропнем там Боня. Выздоровеет, выздоровеет бывший. Ну, атмосфера сегодня просто какая-то. Техникс на красную краску для телефонной будки в углу.
Киря, шаришь. Ой-ой-ой. Я Нейро Юрич Тульский, Нейро Шухет. Ай, тяжело идет сегодня, густо. Шестой демо материал. Шестой. Офигеть. Что творите? Больский 51 рус. Привет из Мурманской области. Привет и в ответы. Скажи, у вас там говорят приятного апатита? Электрик. Ну что-то прям плотником таким забористым. Да. Не кисло. The Layers. Йоу. Йоу-йоу. Просто я, когда кушаю, говорю «приятного аппетита». Может быть, в городе Апатит говорят «приятного аппетита». Каверим пей. Скуржопило человека. Ты как будто current value не вырубал. Ага. Такое ощущение, что да. Слушай, нормальная картинка, да? Что нам это Sony? Evergreen Deer. На 18-ю квартиру. Чувак еще в 17-й ремонт не сделал. Ну куда вы дальше? Всем Боржомича. Артем, да. Волгоград. Играет не гидра, Максим Разин. Играет не гидра. Играет ситра. Darkness Stacy на починку труб для подачи ядовитой слизи. Блин, думал, этот трек уже играл. Один трек назывался Lumen, а второй Lumen. Как, почему? Ничего. Две буквы у Алёша. Знал, что не обманете и выступите. Ждал до крайнего. Конечно. Мы же и компьютер заливали, и интернет у нас вырубали. Чего только не было, и мы все время выходили в эфир. Умение решать тактические задачи – это наше второе я. Алексей Данилик. Ну вы сегодня прям на поддержке, ништяк, видно, да, видно. Спасибо, спасибо, что поддержите, потому что этот час был реально... Ну, минус лет 5. Да, стрессовый. Вот она, виновница. Посмотрите на нее, просто посмотрите. Вот она. Да, мертвая... Мертвый девайс. Не ешь это. 999. Сколько там? 70 тысяч рублей? 80? Ну, где-то так. Не все то золото, что блестит. Не все, что блестит, что золото. Sony разочаровала. Ай! Ай!
сейчас нормально. Ништячок. Ништячок, приходи на пикничок. Опа. Касаемо вопроса того, что у меня шея, я попал под обстрел снайпера. Слушай, какой отличный трек. Это молодой чувак, этот Интерцепт, недавно на сцене подписчик Патреона Гидры. На лейбле у нас был в сборнике. Помнишь, мы делали, типа, 10 мест лучших подписот, и между Teddy Killers и Гидра, вот один из них. Так, а что происходит? Я понял. 130, ничего себе. Почему 130? Киберхлеб. Белгород тоже смотрит. Белгороду респект. А ты аналайзил треканы, пах? Конечно. Очень хорошо. Да, прикольный. Роман, передаем привет Тимофею из Воронежа. Вас, ваш 8-летний фанат. О, Тимофеюшка, привет. Из Нейрогон Шоу тебе. Высылаем приветы. Привет, привет, Тим. Evergreen Deer на ремонт 17-й. Да хаслит все, да. Чуваки, есть информация, что вы оплатили демки, но в бота их не залили. Один человек только залил из 6 в бот демку. Но они пишут то, что там бот не работает. А где пишет? Почему бот не работает? Кирилл, среагируйте. Александр Александрович, на новые лапти. Если бот не работает, пожалуйста, паперклип ДНБ. Телеграм. Да, давайте туда, по старой схеме. Иногда бывает день, когда не работает, когда все сразу. Когда сломалось все. Деспирадо. Деспирадо крейзи. Вот это и происходит, деспирадо. День, когда сломалось все. Ой-ой-ой. Когда три банки монстра держится, чувак. Короче, это первый маркер. Когда у тебя что-то одно ломается, ты сразу ждешь, что сейчас начнет сыпаться все остальное. Это правда. Это неизбежность. Альфач. О, это я тебе говорил, это Omnium и Final Fix, вот этот чувак. Отличный саунд. Пишут, что бот работает вроде бы. Ну один же человек прислал как-то, почему у остальных не работает? Нейропрограммист. Нейрокодер, привет. Классный трек. Классный ник, нейрокодер. Забирайте. Ой, как классно. Ну классно же. Польский 51 рус. Еще Шухетов апатитский к вам. Приятного Шухета. Спасибского апатита. Да. Почему в России нет города Спасибск? Не знаю. Бэйби. 300 передайте, шухетов. Передайте за проезд. Человек передает. 300 шухетов – это до набережных Челнов, брат. Далеко. Ваша светлость на солярии. Отличные вайбы сегодня на солярий. Ха. Где этот солярий? Дайте мне его тоже подержать. Вейзу. Вот этот солярий. Вот
вот благодаря ей мы более загорелые. Да, вот когда вот этот коннектор починится, мы будем опять загорелые. Ежовик. Веле груса. Ежовик, это гриб такой. Надеюсь, я не прочитал какое-нибудь обзывательство. Ежовик. Ну, нет, ты сегодня ежовик. Ну да. Деспирадо. На 16-й уже отремонтировали, Артур. Уже настолько родные, что чисто по нику на экране помню, как человека зовут, да? Да, какой-то да. Ни разу не представлялся. Где-то в чате видел что-то. Ульмус. Ульмус закидывает демку в ТГ. Но в боте ничего нет. Я не вижу ничего в боте. Чувствую, сегодня нагемороемся с этим деморумом. Но ничего. Дэмиан Торн, 808. Практически Роланд. Алматы на связи. Парни, закиньте все Паш в телегу на всякий, если не работает бот. Не знаю, что происходит. День поломок. Суббота слома. Диспирадо Крейзи. Благодарск. О, смотри. Благодарск. Вот и вот тебе и спасибо. Вот, нашелся. Звук. Аноним. Работали в одном офисе, слушали нейропанк, теперь офисы и города разные, но музыка одна, АЕ. Дмитрию П. из Ренода Тим. Знать бы, что это, но Дмитрию П. из Ренода Тим. Привет. Привет. Или Дмитрию передали П. Неизвестно. В чате прям требует от меня конкретное приветствие. Ребят, всем привет. Вот всем сразу, кто в чате и кто просто без чата слушает нас. Вот всем, кто в чате, всем, кто не в чате, всем, кто нас не смотрит и не слушает, всем привет. Вообще всем. Вообще всем. Ой-ой-ой. Да-да-да-да-да. Это Пиш-Пош, да. Вернулся, прикиньте, такой чувак, как Пиш-Пош на сцену. Я офигел. А как ты офигел, когда прочитал, что это EXR, а в итоге ЕСКР? Да. Пиш-Пош и ЕСКР. Оказался ЕСКР. The money count is the only moment of silence. Нормально. Легкий гангста. Да, такой. По району еду. Легкий гангста это на десятке. Сегодня нормально, старички. Covered Garden, Fish Porsche. Имена откуда-то там, минус 20 лет, когда-то там это я слышал. И вот я это играю через 20 лет в нейрогоне, охренеть. Прикинь, в тот день, когда ты решил, так, стану драм-н-бейс музыкантом, показать эфир нейрогона тебе. И прикинь, отказался от затеи, посмотрел эфир такой, понял. Кто это? Кто во это? Что я превратился? Что это у него за логотип дебильный? Щит! Что творит Давид? Нейро Став, здоровщенко, когда в Питере туса? В мае. Точная дата в ближайших нейрогонах. Папа Денис, сынок, я тебя люблю, слушай правильную музыку. Батя фигни не скажет. Delivery with the boss, I deliver.
I'm on the move, I gotta go. I do it for my city, man, I do it for the bros. And everything I've done, you know they have to. Бес, ты кто? Это кто? 100 рублей. Ты чё погнал, бес, это ты или кто? Listen, I'm a go. Когда подкаст? When they see with the eyes sharp. Follow blindly, remind me who I trust. Watch it crumble, then rise up. Базилим сил микрофона. Fumble and stutter and stumble. Not clumsy, still fumble. Down this hole, we tumble and shake. Alejandro Dominator. Базилий, это Вася по-русски, да? Наверное. Короче, мне ВКонтакте пишет тип: Паха, привет, как там твоя семья, как сестра поживает? Я говорю: прости, а ты кто? А знаешь, писал, как будто знает меня. Нейронавт. Швеция, о, Швеция. Привет. Можно писать в любых. Главное, чтобы музыка внутри тебя была. И чтоб тебе нравилось. Так вот, написал мне, типа, чё, как семья, и такой, типа, как будто знакомый. Я говорю, ты кто? Он такой: Паха, ну ты очнулся, вот мои цифры. Я вообще не знаю, кто это. Арина? Так что, бес, это ты или кто? Вот у меня такой же прикол. Ну ты очнулся, вот мои цифры. Ай! Польский. Хочу в драм-н-бейс, залетаю в Нейропанк Академию. Это куда? В соседний чат. А смотри, какой даблик. Тектоник. Поют про тектоника, играет драм-н-бейс. В чем логика, ребята? Базиль, что за дела? Драмтоник. Привет с Урала. Уралу привет. Кемалин запахло конфликтом. Да-да-да. Подписался на ваш чат в телеге, получил бан через минуту. Как разбаниться? Дружище. Даже не знаю, что тебе сказать в первую очередь. То ли читать внимательнее, то ли даже не знаю. Ну, правила надо было, да, наверное, прочитать. Почему тебя забанили? Я же не знаю, почему тебя забанили. No посаранчик. Там, если что, в чате есть бот, который спрашивает тебя ввести цифры. Если ты туда добавился и тут же закрыл Телеграм, то привет. Напиши в личку мне, разберемся. Леониду Сатанус, передаю привет любимой Катеньке. Я уже 30 раз прочитал это сообщение, хорошо, передаю. Привет Диане от Нейрного Монстра. Ага. Всем Катям и Дианам привет. А то прям будет один за другим писать сообщение. Передай привет, передай. Нейрогон, даунгрейд. Что ты делаешь? Go! Ничего себе валит. Мы начали, да, уже 40 минут в эфире или сколько? Посмотрите. Мне кажется, максимум 28. 34 минуты, Евгений, вы как часы. Ну нормально, да. Очень быстро время летит. Да, время на нейрогонах пролетает быстро. Да, в хорошей компании сидеть с хорошими людьми. Конечно, время быстро, под хорошую музыку. Да. А, время пролетает. Папа Денис и Егор. Егор передает привет, музыка ништяк. Но парни что-то мутят. Вообще в эту субботу, чуваки, нас 470 человек на YouTube. Не знаю, в других соцсетях вообще работает. Да? Бес спросил у чуваков, я спрошу у чувих. Чувихи, как вы там? И детишки. Передавайте привет, если вы находитесь в чате, в этом бешеном, что на YouTube, что на Твиче. Алена и ВК Лайф не работают, вы смотрите.
Аня. О, работает. Соточка ВКонтакте еще сидит. Всем привет, ребята из ВКонтакта. Когда-нибудь мы вас починим. Когда-нибудь мы увидим ваши комментарии тоже. Кстати, еще раз трек от Интерсепта. Да, ну еще, который тебе нравится. Надеюсь, сегодня в Демаруме не хуже будут треки. Нормально ты зарядил, сейчас посмотрим. А что, пускай. Там же уже люди из Нейропанк Академии, наверное, которые 8 видосов твоих посмотрели. Да. Уже что-то научились, возможно, уже... Свою кунг-фу покажет нам сегодня. На Нейропанк Академии всего вот сейчас при альфа-тестировании где-то 1.5 недели уже было 8 видосов. Залетайте к нам, будет круто. Ух ты. Техник сегодня нас заваливает. Евгений Черков, передаю за проезд. Хватит спать, действительно. Не-не, как же спать? Тут такой развал кабины намечается. Какие спать? Лилите Владимировне, привет. Вот сейчас. Андрей Творовский, привет, респектуха вам. Наконец-то попал на Эрагон в онлайне, ребятушки. Скажите хоть примерно, когда выйдет ID от Мишек? Выйдет 17 февраля, точную дату тебя называют. Нифига себе, не часто уже. Уже рассылка идет. Evergreen Deer давно без мемов не скидывал. Так что вот, хорошего стрима, спасибо за отличное настроение. Тебе спасибо. Успокойся уже, олень. Если что, у него никнейм так переводится, как олень. Это не оскорбление в прямом эфире. Не-не-не, ни в коем случае. Но люди же не знают, что Evergreen Deer всегда зеленый олень. Всегда зеленый олень. Go. Ну, сейчас хорошо. Да, Mob Tactics сразу долго, много лет, пару лет не было релизов от них, и тут пошли просто один за другим. Nightbrain, еще где-то какие-то ремиксы полетели. Пару лет копили, может? Ну, чувак, да, просто, видимо, что-то случилось. Он вернулся активно в продакшн. Пахомки, валите очень круто. 5200 жду от Жени результата с футболкой. А, это чел, наверное, который выиграл футбол. И у него это большой. Пахомки очень большой человек. У него 2 XL, которых нет в наличии. А, вот так вот. Кирилл просит передать привет диджею Бесу, а то Катенька что-то мутит. Катенька, это кто? Или это кто? Который привет переспросил. Это Катенька или кто? Это ты? Ты что, ботан? Всем привет, ребята, кто только что подрубился. Вижу, что есть новые люди. Сейчас вот. Байт-код. Что так валит, а? Ремикс на Cosmo Concern от Байт-код.
и вот этот синт такой оптик. Ну да, это он и есть. Я думаю, можно зайти в личку, в телегу, спарсить все, что там есть, и готовиться потихоньку опытом в нашей лаборатории. Чуваки пишут, вот мои цифры. Паха, ну ты очнулся, вот мои цифры. Обожаю, ребят. Побольше калича. Ой-ой-ой. Пошел паровоз. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Просто. Это тоже вот этот молодой чел Омниум. Обратите внимание на финал фикса и на Омниум. Вот это я понимаю, а? Да, классно. Офигеть. Жестко, да? Ну что ж, первый отчет по демкам. Пока что мы донаты ваши пропустили. У нас есть... Почему-то 5, а не 6. Кто шестой был? Давайте. Иди сюда. Не знаю, я вроде бы никого не пропустил. По идее. Из бота забрал демочку, да? Да. Да, он все перекинули мне в личку уже. Сегодня 6 претендентов. Если никто в течение 10 минут еще не пришлет, будем слушать 6 демок. Смотрите, есть демка под названием 12.11, есть Respectable, есть NMT, есть Fame, есть Ulmus. Кто не закинул, по хомке, закидывайте мне в Paperclip DNB. 12.11, кстати, нарушил правила сдачи. С никнеймом? Да. Муха. Паша и Женя, привет. Когда в Москве ближайшие мероприятия ожидать? В Москве 24 марта нейропанк-фестиваль. Всех ждем, там супер постановка планируется. Что-то там про нейросети организаторы придумали. Миха, ты? Мы выкладываем в приложуху стримы. Зайди, посмотри. Там даже есть целый раздел Live Streams. Кстати, очень странный вопрос был в чате. Почему в Краснодаре нет вашего магазина одежды? Потому что он не базируется потому где-то. Что, да, потому что у нас даже в Питере нет магазина одежды. Туз твое и детки. Туз твои детки? А, туз твои детки. Ну. Что за фрешмены здесь на эфире? Вообще. А чем моложе аудитория будет, тем круче никнеймы будут, да? Да. Техникс. Yeah. Ну, в субботу можно не поспать, ребят. Давайте с нами настроение, вайб поймаем. Тем более мы сегодня так прокачались в предпросмотре вот этих вот. Очень надеемся, вам тоже сейчас передаст стена звука. Как ты там сказал, коричневый дуб? Коричневый дуб. Серхогулин. Сейчас он вас придавит, этот дуб. Пригожин, надеюсь, не Евгений. Это Баллистикс. Старый знакомый. Да, вспомнил я тебя, бро, респект.
Дании 5. Привет из Таиланда. 2 часа ночи, но такое пропустить нельзя. Все правильно. Держитесь крепче. Эй. Ой, я гребец. Спасибо, бро. В эфире коричневый дуб. С трехом превосходящий вид. Сушеный — это я. Там в тегах все указано вроде как. А, хорошо. Лучше в трекнейме указывать, что для модераторов нафиг так удобно. Ну, конечно, так легче. Пойду проверю тележку. Надо принтскрин пацанам в чат. А вот еще. А он уже есть. А, это он и есть, да, 11.23. Вот это жир. В приложении говорят, нет прямого эфира. Прямого эфира нет, да, но сделаем, просто YouTube туда подтягиваться будет. Обязательно сделаем. Антоха Матрос. Антоха, спасибо. Разработка приложения — это очень дорого. Да вообще сейчас на самом деле очень многое готовится. Все это с бухты-барахты не сделать, так как мы в некоторых вещах не специалисты, становимся ими по пути. Так что сделаем постепенно все. Люди воспринимают, что нас тут много, нас тут типа человек 100, и все делают это приложение. Нас двое. Вообще по основным проектам я один. Виртуалий. Эй, Паша, Жень, спасибо, что вы есть. One love. Бро, тебе спасибо. Ай. Что-то кач прям. Юлия говорит, смотрела места продаж на сайте у вас: Краснодар, Волгоград, Москва, СПб, Калининград. А это не у нас, Юлия. Это производитель. Это мы хостимся на сайте у компании Rocket. У них есть магазины, да. Но там на продукция нейропанка именно не представлена. Нейропанк мерча покупают очень мало, и он производится прям, так сказать, реал-тайм. Вот пришел заказ раз в недельку на футболку, и Станислав прям вышивает руками на футболке логотип и идет отправлять человек. Это работает именно так. Мы же не Gucci, не Zara, у нас нет тысяч покупателей. 2-3, а то и одна футболка в неделю, а то и в 2 недели. Блин, каждый раз забавно, что люди этого вообще даже не понимают, ни на секундочку не задумываются. Что нужно, чтобы у тебя были футболки? Пипец, как заморачиваться на самом деле. Зачем? Да. Они просто сравнивают Spotify с нейропанк-апом, AliExpress с нейромерчем. Вообще не вариант. Думают, что раз на Озоне так, то и у всех так, да? Евгений, знаешь, что тебе пишут? Жека, ты вообще бес. Не вздумай там херню никакую задумать. Че? Не вздумай никакую херню задумать. А то задумал, удумал там что-то. У меня на мимике, что я задумал что-то. По-любому. Да? Ну, кстати, домашние тапки с логотипом нейропанка — это дома. По-домашнему. Нейропанк, ты дома. Андрей Творовский. Можно ли ожидать в будущем лайв-трансляции с фестивалей? Такой тяжелый вопрос. Короче, есть лицензии на треки. Всех не проконтролируешь. Очень часто трансляции блочат. Вопрос закрыт.
Майгок пишет, что не знает, куда обращаться, как получить футболку с конкурса репостов прошлого феста в СПБ. Выиграл конкурс репостов, а игнор выходит и нету футбола. Хочу купить, но вроде как победил. Обращаться к организаторам феста, которые разыгрывали эту футболку, это вне нашей компетенции. Повлиять тоже, Майгок, никак не можем. О, МКЗ. Демка прилетела, НКЗ. Да, это демка. Седьмая демка, отлично. В тележку давай. Да, и все, нам хватит тогда на сегодня 7. Закрываем бота. А в итоге их не 7, а 6. 6, ну да, давайте 6 послушаем. Сегодня тухленько по демкам, да, ну и ладно. Ну такое бывает, не всегда же ребята продуктивные. Да, было и по 5. Ой, какая перкуссия. Ой-ой-ой. Revokes. Песня про туннель. Очень круто. Сейчас я, Евгений. Да, да, пусть она играет, мы и поедем отсюда сразу в демо-рум после этого трека. Парни, напишите, не было ли каких-то лагов по звуку, по картинке? Очень интересно, потому что тут слева постоянно горит оповещение, что пропуск кадров. Да, при этом ОБС должен писать отчетность, она всегда висит. И он пишет, что все в порядке. А YouTube ругается. Ну, логично, что на их стороне проблема. Ну, типа ОБС отдает, да, YouTube не принимает. Все. Демо-рум у нас подготовлен. Прекрасно. Все демки 172, одна 174, еще 170 здесь. Как их мы... А давайте по ключу их бахнем. Угу. Все равно первый. Равно. Давай, да, еще раз по ключу. Вот так. По порядку присылавших будем слушать. Ну, похоже на правду, да. Да. Себя пальцами. Ого! Говорят, что-то было во время эфира. Как будто экран подвис. Спрашивает Джека Бес, так что с нейропанком происходит? Что за шлак? Расскажи. И зачем там папер во второй части не по теме? Йоу, чувак. Сорян, что... Папер, расскажи, почему ты не по теме? Я вот хотел бы извиниться, что я не по теме. Я реально не хотел. Если тебе это задело и испортило настроение, братан, ты меня прости. Братан, дай скажу сейчас от души. Делал от души, не обижайся. Это все с хорошим замыслом было. Я надеюсь, мы все решили, между нами все окей, да? Знаешь, я тебе скажу, короче, вот у тебя негативный комментарий, есть еще негативные комментарии. У вас там 5, что ли, человек на 5000 позитивных. Так что извини. Меньшинство должно подчиниться большинству и успокоиться, не замолчать. Критику здоровую принимаем, нездоровую не очень. Ну, то есть, если есть критика какая-то, то ты ее как-то по-другому выражаешь, чтобы понять без оскорблений, да, что не понравилось конкретно, что именно. А мы свои минусы и так знаем, тоже не переживай. И балансируем между минусами и остальными задачами, выпустить подкаст и так далее. Ну что, мы готовы к нейрогону? Я прям четко к демогону. Ну что, поехали в демо-рум. Здрасте. А у нас здесь камер нет и сердечки. Зацените. Вот это прикол. А что за сердечки с моими? Так. Все, мы вернулись. Мы здесь, и звучит первая демка от Ульмуса, Dreadnought. Пока Павел настраивается, мы внимательно слушаем, что приготовил нам Ульмус на этот раз, потому что он у нас уже бывал. Мне кажется, у ребят нету скриншота демок, они не понимают. Да, я говорил на скриншот. Сейчас я все закину. Ага.
МК-11-23 на скриншоте. Это сушеный. А ничего, Ульмус, вот смотрите, прямо на демо-румах растет человек. Каждый раз все лучше присылает. Вот сейчас слишком много высоких на снейре. Нужно больше панча. Да, по мне не режет, например. Но панча не хватает, тела не хватает. Там пробивного, да, согласен. Не высоких много, а просто тела нет, это пинка. Ой, ничего себе там синты. Пошли. Поп-поп-поп-поп-поп. Хорошо. Знает, чем седые яйца зацепить. Потрогать. Пощекотать. Мне нравится, что тут творческая жилка чувствуется. Чувак прям подходил идейно. Но старался, слышно, конечно. Да, слышно. Хорошо. Всякие штуки. Да, и звук уже более-менее хороший. Там поплотнее сделать надо все. Ну что, уважаемые админы, вы будете сегодня заполнять уртистов? Уртистов? Да, оккультистов. Есть на связи, где Нью-Йортл. Нью-Йортл, кстати, скажу вам по секрету, готовит собственное шоу на этом канале. И скоро что-то увидим. Очень интересно. Мы сами ничего не знаем. Какое-то развлекательное шоу от Сани. Посмотрим. Ванек с Воркуты. Спасибо, Вань. Не собираемся останавливаться. Александр Иванов пишет: «Бес, не грузи». Так вы в комменты не грузите, я вас в ответ грузить не буду. Оп. Оп. Тебе надо было извиниться. Оп. Да, извини, Александр. Хорошо, Ульмус, хорошо. Чувствуется прогресс. Но только не с ударкой. Я причем помню и прошлые его демки примерно так что-то в голове. Среди тысяч остальных, да? Да, давайте, значит, заценим, что у нас там дальше. Дальше человек с никнеймом NMT. Дальше. Ирфа. Жирное ухо. Я слышал этот трек. Жирное ухо. Вот, кстати, студент... Audio Skills. Вот жирному уху наушники такие не это не получится носить. Больно будет. Больно будет Миша Проспер, я понял. Мнения в чате разделились. Кто-то просит грузить наоборот. Кто-то не грузить, а кто-то грузить. Ушной жир правильно переводится, да. Я потрясающе. Понимаю. Спасибо. Я остановлюсь на жирном ухе. Мне так больше нравится. Жирные уши. Ай! Чувак с сабом немножко не додавил. Есть гудёж, есть провал, но классно. Я сейчас в 40-х постексах, я должен его, он мне должен просто череп сжимать. Да-да, чуть-чуть прям не хватает. Гудит, да, пока, гудёж есть. Фундаментальную гармонику надо вытянуть. Да. Но текстуры... Не, все остальное очень хорошо. Oh, yeah. Безумец. Все хорошо, по оранжу. Безумец, спасибо. Все по стилю. Кто первый раз с нами, сейчас в этой лаборатории мы отслушиваем демки, которые присылают нам люди. Потом, после того, как демо-рум закончится, мы голосуем за них рублем, и победитель забирает половину кассы. Yeah. Right?
МС просится, кстати, какой-нибудь, но очень стилевый должен человек быть. Не просто орать микрофон. Лайфстайл подойдет. Да не, все ништяк. Все очень хорошо, кроме саба, друг. С сабом надо научиться. Не дует, не давит. И ушного жира не получилось. К сожалению, на 100%. Получилось на 80%. Сейчас немножечко послушаем сопельку вторую, интересно. Но это уже прям затянутый дроп получается, если что. Ну да, ты перегазовал со временем, тут пораньше должно... Тут уже... яма уже. Да, уже немножко надоело мозгу по времени. Вот, смотри, пишут, однообразно, но в целом круто. Ну, это да, вот видишь, как раз об этом. Тебе, да, человек просто со стороны, ему уже однообразно, потому что по таймингу ты не попал. Опа. Вот где-то на квадрат раньше это должно было произойти. И как-то рисковато обрывается. Угу. Молодец, только не топчет. Не сабит. Ага. Надо, чтобы слон был прямо в душу. Здесь слабое место. Говорит, напиши, моргни один раз, и себе тебя бьет. Угу. Даже когда бьет, не моргаю. Ну, это демка, да, над соплей, я думаю, человек поработает еще. Сделай покороче первый дроп, там ты затянул, поработай с сабом, и будет конфета. Хороший очень трек, очень классный вайб, хочется под него трясти булками, жирными ушами и так далее. Поехали, послушаем следующую демку. Сушеный, под названием Time. Сушеный у нас, по-моему, тоже бывал, да, разок? Что за робокопы? Ой, как же сложно вспомнить. Недавно у Гидры был бутлег на робокопа. Такие же звучки, да, 8-битные. Да, интересно. Какой ревер тут? Я вот еще так могу сделать ревера. Навалить. Просто, чтобы Евгений. Просто ревера было просто вообще, просто чтобы все замазало ревером. Я сейчас испугался даже. Слишком много сушеной ревера. Слишком круто. Ты, да... Не заигрывай с ревером. Всего должно быть в меру. Джега! А что за вопрос был про костер? Мы, возможно, были... У нас не было экрана, мы демки тут сортировали и не видели твой вопрос. Напиши просто в чат, мы увидим. Повтори вопрос. Опа. Сушеный Карен. А как вы туда попали? Вот приехали, конечная. Запахло демкой. Навалил опять реверов там. Как странно. Сушеного мы видели на стримах, как донатера. Видимо, человек решил попробовать себя в написании. Очень гудит жестко. Попробовать себя в написании и показать свое. Свой первый выход в свет. Выход в свет. Да, выход в свет, сразу выйти, так сказать, в эфир. Это его право. Ну, во-первых, короче, что я отметил, мы очень странно оказались в дропе. Вот был момент, типа, идет все, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, и мы в дропе. Потому что всегда должно быть на 4. То есть у тебя уже структура не диджей-френдли. Кто он, бы... Ты даже ему объясняешь, он не понимает, он пока ну, еще... Вот я пытаюсь объяснить, что если, допустим, этот трек захотели бы отыграть, и такая херня бы произошла, то его бы никогда больше не играли. Вот у меня был трек Kinesis to Death. Я еще раз эту историю рассказываю. Ее на виниле играл чувак из Mutated Forms. Он мне объяснял это полтора часа, я только потом допер, через двое суток, что он имел в виду. Да нет, ты объясняешь это человеку, который вообще не врубается, что у трека есть какие-то размеры. Да, но ему, да. Он сейчас не понимает. В общем, сушеный очень плохо, едем дальше. К
сожалению, вообще ничем не зацепило. Ну, ты, да, ты рановато выскочил. Надо было сначала показать по друзьям, послушать, что они скажут. Но если ты хотел просто попасть в нейрогон за 500 рублей в эфир, ты это сделал. Твое право. Despectable. Следующая демка. Atomic Bomb. Эй! Сушон, и залетай в Нейропанк Академию, там много фри-контента, тоже прокачаешься. Да, научишься там, если ты пока ничего не понимаешь, и тебе это интересно. Atomic Bomb, да? Хорошо, что не хард. Пахом-джики. Ой-ой-ой. Так, это пацаны, которые на прошлом... Смотри, высоких мало, сразу тебе говорю, показываю. Вот так, понял? А вот так у тебя. Митяй. Спасибо. Хорошо. Не, вот это хорошо, да. Это хорошо, это лучше, чем в прошлый раз. А в чем проблема была в прошлый раз, не помню. Всех не упомнишь. Вообще тяжело сейчас. Хорошая демочка, короткая, она уже заканчивается. Неплохой наброс, Despectable. Респект, доделывайте, доделывай. Я не знаю, один там или сколько у вас. Три замечания. Классно. Плохой снейр, сухая атмосфера и прокачать тембр баса. Все. Четвертое, высоких у тебя нет. Ты не слышишь, да. Наверное. Не знаю, что там у тебя. Но с высокими прям беда. Хорошо. Нет, ты когда добавил высоких, сразу лучше Конечно. Стало. Конечно. Слава Фейм. Поперклипер. В эфире победитель. Поперклипер на мастере. В эфире победитель прошлого. Очень интересно послушать, что в этот раз. Поперклипер на мастере, ну. Пишет, что Сушеный что-то мутит. По поводу Академии, ребят, ко мне. Давайте послушаем. Так, тебе мы запрещаем больше в Демарум присылать треки. Ты попадаешь в подкаст заочно, и тебе больше запрещено. Переборщил опять, перегрузил полупсан. Да, это жесть. Это вот поперклипер на мастере вот эту срань делает, прям аж просто. Ты видишь, как меня прёт поперклипер на мастере. Ну, этот убирает, да, человек. Сережа, Фейм. Джека, короче, в чате не прокатило, я на Твиче вопрос, когда был еще треки ждать от Рус вокалом на костре. О. Короче, там, в чем задержка с костром? С костром, так, лейбл с русским вокалом, пробуем работать с русским дистрибьютором. Их тут не очень много, и они все какие-то вообще работают. Фиг пойми как, я на самом деле в шоке. Пытаюсь работать с одним, какие-то проблемы, релиз отклоняют то по одной причине, то по второй, то по третьей. Некоторые кажутся надуманными, но вот вроде договорились, скоро следующий релиз, не знаю. Чушь какая-то. Я просто не знал, что на таком уровне находится русская дистрибьюция. Армен, давай. Давай. Приезжай. Короче, я понял. Дичь. Это было очень круто. Да, вопросов нету. НКЗ, реактор, завершает сегодняшний демо-рум. Это мы уже так быстро подобрались. Да, сегодня сколько? 5 треков, да? 6 треков. Быстро отслушали. Была одна коротенькая демка.
Так, НКЗ у нас представитель старой школы, старого форума, посвященного драм-н-бейсу. Мы да. помним такой никнейм. Помним. Мы все там находились вот в таком состоянии, как вот в этой баночке. Да. Это был наш инкубатор. Ага. Старая школа, да. Запахло весной. Запахло ареной. Пишет, что диспластика демку потеряли. Но мы же тысячу раз говорили, а присылайте. Где? Давай. В телегу. Где диспластик? Вот давай я сюда. Открываю телегу. Ага. Говорит, Паша, извини, что отвлекаю. Давайте, сейчас послушаем диспластика. Будет еще одна демка. Хорошо, хоть заметили, что кого-то потеряли. А он сам написал. Я-то откуда знаю. Андрей, нормально для 2006-2007 года? А ты уже выбрал? Для 2002, да. Он у меня уже. Ну да, это прям... 23-го, точнее. По хомчике. Да не положили мы на тебя. А что? Что я не понимаю, у него сегодня целый день недоволен. Если мы случайно не читаем донаты, ну не обессудьте уже, ребят. Мы не видим, значит экран закрыт да. с донатами. Как мы же всегда на него смотрим. Это тебе не повезло, ты отправил куда-то в то время, когда экран закрыт. Диспластик, твою демочку добавили, сейчас будем слушать следующий. Ну слушай, однообразно достаточно. Да, скучновато НКЗ, вайб такой себе. Все остальное сделано, ну... Нормально, это просто нормально. Это демка. Даже когда тогда его треки слушал, уже были хорошо сделаны. А с контентом вот эти вот проблемы так и остались. Он что-то писал, что на 10 лет вообще вылетел. Или если не больше. Ну, считай, не растерял скиллы. Ну да, и то хорошо. Осталось подогнать. В академию залетай, и все будет хорошо. Да, там пришный контент тоже есть. Давайте послушаем последнюю демку. От диспластика. Алексей, мы во время эфира дропаем в принципе drum and bass. То есть не обязательно нейрофанк, все что угодно. Да. Просто чего-то мало. А чего-то много. У нас все-таки нейрогон, как бы такого нейрофанка, нейропанка, нейрофанкнутой музыки побольше. Но не гнушаемся ничем классным. На 174 BPM по схеме купыч. Ага, что-то лезет. Ну что, с ударкой все не очень. Вот теперь получше. Понял? Оставь так. Одна ручка на пульте. Да нельзя так оставлять. Слушаем, что сделал автор. Жестко. Я просто дал высоких, причем очень жестко. В край. У тебя вообще на высоких ничего не происходит. У тебя перебор посередине. И... Ах, у нас пульта не видно, блин, да, здесь? Эх, жалко. Да. Так бы показал на эквалайзере. Хороший вайб. Хочется качаться, потому что интересно. Да. Но барабасы никакие. По икре потерялся вообще на половине диапазона. Мы еще не говорили, кстати, голосовать, но уже первый голос за НКЗ пошел. А, точнее, сотка фейму. А, сотка фейму и сотка НКЗ. Да.
Диспластик прикольно. Чувствуется задор. Чувствуется оно из-за того, что звук фиговый, не берет за душу, понял? Не качает. Самарский бомж, респект. Вот так без контекста слушаешь, не качает, и просто следом самарский бомж, респект. А Диспластик есть в академии, не помнишь? Да, это как раз курса по нейротеку. Что-то я вот объяснял несколько раз, как прокачивать. Будем еще раз объяснять. Добьем. Да, надо объяснять. А такое бывает уже, когда приводнился к треку настолько, что уже не понимаешь, что в него добавить. Нужен просто взгляд со стороны. Видишь, у тебя дроп почти по напору не отличается от сопли. Вообще, то есть контраст минимальный. Ну, то есть не стреляет. А ну добавим. Сделаю тебе. Лови. Вот так лучше? Чувствуешь? А? Пошла? Мазута. Показал бы тебе тут ручки, да не могу. Это страшно. Ручка просто вот так. Да, и несколько. Я добавил басов, убрал чуть середины и выкрутил верха на максимум. Короче, давайте послушаем, из чего сегодня состоял вообще. Первым у нас был Ульмус с треком Dreadnought. После него шел NMT с ушным жиром. Да, тут хорошая работа, не хватило по сабам немного. Но минимальное количество замечаний к человеку. Да, тут все классно, да. Тут чуть-чуть доделать и будет круто. Тоже человек из академии. И потом... Сухой. Сушеный. Сушеный. С телегой Time. Тут все было хуже всех, да. Говорим по чесноку, ребята, да? Это демо-рум. Вы отдаете свои работы на реакцию, эту реакцию получаете. Говорим как есть. Это жестко, да. Потом у нас Despectable с прикольным джампапом, которому не хватило высоких вот так. Это вторая сильная работа за сегодня. Да, неплохо. Потом развал кабины. Человек, который после... Это последний раз в демо-руме. Сережа Фейм. Ой, как сильно. Потом олдскульные вайбы от НКЗ. Ну, чувствуете, да, контрасты? Контрасты какие? Ностальжи. Да, прям 2007. И потом Диспластик. Самый рекордсмен по недостатку высоких. Увы, да, тут хочется вот так. И будет валить. Но так не стало. Че, на сегодня все, едем обратно. В кокпит, да. Здравствуйте. Еще раз здравствуйте. Товарищи. С возвращением. Приветствуем вас на Drum & Bass Show Нейрагон. Четвертый сезон, второй эпизод под кодовым названием Downgrade. Сгорела камера, сломался интернет, заглючил софт, не работает бот. И что-то холодно. И они встали из ядерного пожарища. И это была война до уничтожения. Ну, последняя битва состоится не в будущем. Она состоится прямо здесь, сегодня ночью.
нас уже слева таблица. Опа, фейм вылетает. И фейм полетел, да? Понятно все. Ну что, готовимся лететь дальше. Последняя часть Нейрогона. Мы голосуем за демки, определяем победителя и слушаем то, что сегодня мы слушаем. Джека за диспластика. Оу, oh, е. Yeah. Что ты делаешь? Батя в здании, мистер Проликс. В ремиксе Пафиус. Зорс. За развал кабины от Фейм жду в подкасте. Жаль, что полгода ждать. Нет, в этот раз. Блин, после демо гейны были скручены. Надеюсь, вас там не срало ничего. Абрамдозия за Сережу, который последний раз. Серега, слава. Последний раз. Это твой последний раз. Ант 1985 за Despectable. Ну-ка, эффект. Получилось. Ха, ты хотел этот эффект в квадрате, который Проликс Файфьюсом сделали, всадить. Кусок за Despectable Jump Upper голосует. Отлично. Но Фейм просто улетел куда-то в космос. Тектоник, тектоник, тектоник. Ух, хорошко. Что такое? Это хорошо пошло, сразу стало жарко, а было холодно. Плюс 10. Плюс 10. Отличный трек. Вообще. Ты хороший музыкант, парень. Там в Чехии немного сильных драм-н-бейс продюсеров. Он же из Чехии, по-моему. Что-то такое, да. Или нет. Могу путать. Мне кажется, Чехия. Может, хорват. Она там, в принципе, так. Плавно перетекающие славяне. Всем привет, чуваки. Ace Carry, A7 Carry, наверное. Это олдскульный наш старожил. Кстати, с лейбла Renewal Vice, по-моему, трек Device Records. Там очень своеобразная музыка, конечно, выходит. Ну да. Zors, NKZ тоже неплохо зашел. 250 рублей из реального олда. Ну, разнообразить вайб, да? Да. О, хорошо. Серж Рагулин за NMT. Серж Рагулин, да.
А у NMT это вот где соба не хватало, а был такой отличный, да. Тюнец. Да, тюнец просто супер. Кстати, блин, по-моему, забрал его в компиляцию, так же, как и из пластика. Симбионт, Феймон развитие. Мишаня с Киева, привет! Привет! Всем привет, ребята! Нейра Олд, расскажите вкратце, как правильно и с чем использовать уши, как ваши? Слушай, столько раз рассказывали, заходи в чат к нам. Нейропанк Рекордс, телеги, чат. И те там сразу выдадут всю инфу. Всю базу. Да. Арина Ирфет, Пейперклипер, НКЗ. На каждого по сотке. Уважаемые админы, будьте так добры. Ребята, все, кто хочет Нейропанк Академию, пишите в личку мне. Paperclip DMB. Telegram. Ой-ой-ой. Bubblehead за пластика. Doublehead в эфире. Ай-яй-яй. TP за славу, Серегу Фейм. Подраспаперклипило знатно. Серегу багаж... славу. Да. В багажном отсеке банки с огурцами повзрывались. За NMT прилетает 500 шухетов. Нормальный движ. И подрон, как всегда. Yeah. Oh. Всем хорошего настроения. Даже несмотря на подколы реальности. Опа, за джампули от Despectable 500 рублей скидывает Never Cute. Фейму, да, пишут, что заслуженный инвайт подкаст, и я с этим согласен. Все по праву. Как сделал, того и заслужил. Нормально дело, нормально будет. Так точно. Тяпыч, 200 рублей за Despectable, мое почтение. Yeah. Новые имена в жанре постоянно будут появляться. Лысый инженер. В четвертом сезоне просим вторую половину с русским вокалом. Лучший выпуск после Пашиного 2005-2007. Посмотрим, может, чуть на скребу, не обещаю. Серпухову привет. Если только... За Фейма 200 рублей. Если только играть классику, которую не играл в прошлом выпуске, то есть то, что было до этого. Да. Просто ты правильно подметил то, что 2005-2007 такой же типа микс, потому что что с вокалом, что этот, они походу только один раз вот такие. Ну, по крайней мере, сейчас. Да? Привет отцам Нейропанка на Руси, только сейчас шел, рассказывал жене о ДМБ-сцене. Паша, приятно, что узнал и вспомнил. Да как вас забудешь? Puncher Mom Forever, ребята. Desperado Crazy, Фейм красавчик, просто уничтожил. Базару зиру. Развалил кабину. Вот как снейр меняется. Очень ништяк, очень ништяк. Тут ты поработал, тут и поработал. Приглашает на шашлыки в Обнинске и на сноуборде покатать. Спасибо за приглашение, брат. Вряд ли приедем, потому что дел столько, что самим бы хоть поесть вовремя. Мы тут на отъехать с детьми покататься не можем, 15 минут. Мы же планировали еще на полчаса отъехать перед стримом. Ага. Что планировали? По делам. Да нет, дружище от чистой души и сердца предлагает.
Но спасибо. Времени на это не найдем, спасибо, да. Включите Билейн. Лютый эксперимент от Fame. Это, видимо, за Fame. Молодцы, ребят, с юмором. Последние полчаса. Странный моб тактик со треки, надеюсь, не будет коня. Если будет, давай третьего. Тройка. Что ты делаешь? Руль потик, бачок потик, Ярик потик. What the fuck, мазафака? Камерка потекла. Камеру вырубай. Здесь съемка запрещена. Все готовы? Второй выпуск 4-го сезона «Нейрогон». Нейро Даунгрейд. Ой! Ну, так все вообще нормально делают. Ты знаешь такой тип? Ага, рокеры. Оу, щит. Серж Рагулин за НМТ. Чутка прокачать, он развалит. Базару Зиро, брат. Согласен. Вот это бум. Антоха Матрос. А что это за исполнитель Гудра? А это не ответочка, я же в подкасте говорил. Это трибьют-трек. Дань уважения. Дань уважения артисту. Открыто как бы сказали всем, что это трибьют. Трибьют Нойзи. За их отличный трекан, который вдохновил на это. Но все, кто этого не слышал, сразу ставят ярмо. Плагиатчик! А это разве не так? А, так слышь, а сами Нойзи дропали бы его тогда, если бы это было так. Там круче. Там есть трек Dust Up, который сделали Face, такой же. И у Upbeats есть такой же. Их втроем сводишь, они как один. Savages. Еще один ремикс на Savages сегодня. Savages. А, кстати, от финал фикса. Наверное, будет что-то прикольное. Стопудово, мы, по-моему, слушали. Savages. Да, молодец он. Блин, чат
ребята, не видно из этой темы. Что у нас там? Fame оторвался. Savage. На втором месте NMC, да, и чуть-чуть отстает Spectable. За Ульмуса странно никто не проголосовал. За Сушеного понятно. Чё так больно? Помнишь, у меня трек Force Choke? Да, конечно, Натами. И там Rubber Ballad, грубо говоря, полностью скопирован. Валит так, что дождь топчет. По хомшке. Ну как я и так читаю по хомшке. Ну что? По хомдежике? Вот так? Донаты не читаем, читаем неправильно. Вообще мы злодеи, конечно. Все неправильно делаем. Извини. Так вот, я Skynet этот трек прислал, он на меня так разозлился. Что это такое тут заехало? Это Mythic Image, да. Чё это? Ага. Пережёванный. Хорошо. Прям и Drash Optical. Иногда такие треки качественные просто. И контент, и звук прям. Человек у нас на эфире. Ничего себе. Не расходится никто даже. Всем привет, ребят. And to everyone who don't understand any word because we're talking in a Russian language. Hello to you. Thanks for watching us. Even though you don't understand. Thank you. Обалдеть. Вот под это я бы потанцевал. Какая интересная работа. Злоба за диспектабл, корешки есть, нужны вершки. Все правильно. Мудрые зрители. Корешки есть, нужны вершки. Да. Лучший подарок — это мудрые зрители, которые все видят, все слышат. Аноним, спасибо. Апатиты ждут. Тем временем 30% от бункера собрали, охренеть. Ничего себе. А я даже уже и не смотрел туда, в натуре. Одна треть. N1985. За три сезона соберем, считай. Да? За Despectable еще улетает. Можете залить на YouTube фулку трека Prosper Synchronic. Так он не вышел. Здорово, Грузевер.
впереди. Во сколько ляжет спать, спрашивает Савыч. Ну вы во сколько? В 21 начали, сейчас 22.45, еще минут 15, подведем итоги и разбежимся. Арди, кстати, спрашивал, как мы? Мы вообще прекрасно. Мы отлично, да. Мы победили судьбу сегодня. Столько радоедов на NMT. Харчевня «Три таракана» причем. Как говорится, не граждане поддерживают бизнес, а бизнес поддерживает граждан. У нас наоборот пошло. Кофеман, просто 1000, спасибо. Это Басков, спрашивают, что ли, поет? Ага. Колян на вокале. Бабасков, Басков. Николай, а знаешь, Басков. Ты знаешь, что я ему ребрендинг? Ким Снейров. А? Я ему ребрендинг придумал на западный лад рэперский. Николаю Баскову? Да, Никола Бакс. Хорошо. Он будет носить значок Бакса. У меня у взводного, ой, у ротного кликуха была Бакс. Много пить боржоми вредно. Спасибо. Да, мы знаем Толстой. Пьем его только на эфирах, то есть раз в неделю. Ну, я, по крайней мере, как поел, не знаю. Я всегда пью боржоми. Ой. Скоро умру, извини. Александр Александрович, корешки от мудрых зрителей. Пишут 56-й огонь. Если понравился 56-й, ставь плюс. Yeah. Безумец спрашивает, со слепым часовщиком коллаб будет? Да, три трека уже готово. Выйдут в... какой у нас там? Март следующий. В феврале запланировано два релиза. Это Toyphone и Dextems. Следите за новостями. Хорошо. Очень. О, полетели плюсики. Значит, норм все. Кто-то просто написал 11.38. Караб Соулс, привет. Привет. Еще раз 11.38. Мы в курсе, брат. Мы играли этот трек на специальных исторических стримах. Точнее, на стримах, посвященных истории драм-н-бейса. Можешь там найти это. В чате пишут, ребята не очень любят вопросы, когда подкаст. Мы, в принципе, не любим любые вопросы во время эфира, потому что его нельзя сказать один раз. Если тебя спросили что-то, ты потом 4 раза повторяешь одно и то же. Поэтому любые вопросы превращаются в... Да я уже это говорил. Да я в прошлом стриме говорил. Да я в этом говорил. А когда подкаст, это... Мы, в принципе, не любим вопросы «когда». Да. Мы любим вопросы «здравствуйте». У вас есть время ответить на мой интересующий меня вопрос? Не подскажете ли, пожалуйста? А когда выйдет мой обожаемый подкаст? Не, ну ты очухался, вот мои цифры. Лего Овчаренко, hi guys, good luck night. Good luck night. Good night luck. Люди просят модера на Twitch. Ой, какие тут пошли, да, вайбухи? Вообще. Арди. Арди. Это, наверное, арт-директор. Арт-директор. До связи. Ну, чей? Нашего кумира? Хорошо. Вольтич, что ли? Да.
Паша, где твой трек Fourth Dimension в хорошем качестве? ВКонтакте качайте. Ребята, что у нас с голосованием? У нас осталось последних 14 минут эфира. Буквально через 5 минут голосование закрывается. Нужно понимать, насколько кто вырывается. А ничего не сдвинулось. А, сдвинулось, да? Сдвинулось. Fame Despicable NMT. Нейроманьяк. Подцепляйся к колонкам. Осталось последние 16 минут подцепления. Где купить вторую часть подкаста? Кто не подцепился к колонкам, тот вонючка. Вторую часть подкаста, пацаны, купить на beta.neuropunk.app. Польский, все нормально. Паша не то имел в виду. Да. Ты реально криво объяснил. Да, я просто не договорил. Мы привыкли страдать. Все нормально, спрашивайте. Тяпыч, 200 рублей. Что, ни за кого? Спасибо за эфир. Несмотря на проблемы, как всегда, делайте настроение. Ну, естественно. Кстати, Евгений в этом плане вообще специалист. Просто стресс-менеджер этого века. Что бы ни произошло, даже когда я залил комп водой, Евгений просто улыбался. Да. Не, наоборот, включается какая-то там, знаешь, как время останавливается, замедляет. Да, причем в этот момент ему 35, а мне сколько тебе полных? Короче, мне 44. Вот мне 44 становится в этот момент. Ой, какая атмосфера. Это опять коричневый дуб? Да, сейчас опять придавят. Трекнейм был такой прикол. Коричневый дуб. Блин, а что там вообще-то? А, ну как раз 3 трека осталось, окей. Последние 2 минуты, и мы закрываем донаты на голосование, подводим итоги. Если у вас есть желание добавить свою фразу вот к этим ребятам, делайте. Вон к тем. Ё-моё, я попал. Сразу. Обычно хочется вот так. Да-да-да-да. One time, please, you're welcome. We're playing that stuff because we really love it. Really love it. Какой хороший английский. Очень плохо. Валенти, 500 рублей. Опять вы? И как после этого спать ложиться? Я сам до 7 утра не сплю после нейрогонов. Валенти, добро пожаловать в клуб бессонницы. На этой ноте зачитаем RT комментарий. Пиши мне в Telegram. Все, голосование закрываем. Да, закрыто. Итого у нас победитель опять Fame второй раз. Это был последний его триумфальный заезд в демо-рум. Больше ему сюда не заехать. Ему теперь только в подкасты и на лейбы. Все, ты поставил точку. Ты тут самый крутой. А смотрите, что произошло? Ой-ой-ой. Fame не выиграл. Выиграл Ульмус, видимо, с... Вот просто аноним вытаскивает Ульмуса из нуля до 5000 рублей. Как поступать в этом случае? Вот посмотри на мое лицо. Что же делать?
Это не вброс за самого себя, ведь. Да, вот я думаю, не сам ли ты себе закинул ульмус, признайся честно. Ульмус, ты понимаешь, что если ты не сам, то тебя сейчас подставили. Вряд ли не знаешь, что делать в этой ситуации. Давайте сделаем какое-то голосование. Пишите в чат, отдавать ульмусу или отдавать фейму. Потому что это был за последнюю минуту резкий вброс денег. Угу. Выглядело очень странно. И скорее всего мы это просто заберем и подарим фейму. Посмотрим. Давайте проголосуем, ребят, в чате. Включи чат сюда. Да, таких ситуаций еще не было. Но это то, о чем все говорили, да, предупреждали. Этого никак избежать. Я закинул, говорит Андрей. А кто ты, Андрей? А, ну... Как докажешь, что ты закинул? Делить первое место, предлагают. Хороший выход. Да, ситуация странная, непонятная. Подожди, если это, короче... Сейчас. Ты можешь мне в телеге отписаться, Андрей, который заплатил за Ульмуса, пожалуйста? Какой-то drum and bass soldier поддержал своего друга. Такая джампуха на этом моменте еще играет, да? Андрей пишет, что это наш давний слушатель. А, Ульмус... Да, понятно, это все понятно, все это понятно. Да, все понятно. Какая разница? Мы сейчас, если что, читаем чат администраторов. Ну так что будем делать, ребята, да? Ладно, мы вынесем какой-то вердикт. Подожди, пишет, какой Андрей нафиг, я кинул. Да конечно, сейчас каждый будет писать, я кинул. Кому ты веришь? Троллям этим? Ну да, нужен чек-скрин. Короче, мы берем урегулирование этой ситуации на себя и сами решим, о нашем решении сообщим в нейропанк-чат. Да, потому что сейчас это решить невозможно, к сожалению. Такие ситуации бывают, мы хотим предостеречься. Нет, такая ситуация первый раз. Мы ее ждали и не знали, что с ней делать. И вот сейчас будем думать, что с ней делать. Не переживайте, все будет по справедливости. Мы посмотрим, что за платеж у нас есть. Как посмотреть. Сравним всякое разное. Захакерим. Может быть, мы подумаем над тем, Ильдарка, спасибо, парни, подскажите, пожалуйста, когда приедете в Казань. Ну вот об этом я и говорил. В третий раз уже про Казань, давай. 17 февраля, буквально через 2 недели. Не помню, как называется клуб, он у вас там один, в котором drum and bass. Александр, чек-скрин подойдет. Скидывай мне, я передам это бесу, мы все сделаем. Спасибо за понимание, ребята. Ситуация действительно впервые такая. Я бы Ульмуса отдал, потому что у него есть прогресс. Вообще, есть. У меня справедливость и чаша падает в сторону Ульмуса. Потому что Ульмусу еще прокачивать и прокачивать свое оборудование и свои навыки. А Фейм уже в теме. Тейп Би... Не можешь цифры найти, но ты очухался. Ну, в теме, не в теме. Есть правила, да, есть... Как бы шоу, люди кидают, у каждого свое мнение на этот счет. Ну, понятно. Голосуют-то люди не просто лайком, а рублем живым, поэтому наше решение будет для многих важным. Для тех, кто голосовал точно. Залетайте в нейропанк-чат в телеге, там эту тему будем обсуждать сегодня ночью и завтра. Да, сегодня финалистов мы не отыграем. Ну почему? Два? Можно отыграть двоих на всякий случай. Я ну давай, Версус. Сведу, да. Я их сведу. Да, нормальная тема. Так, скинули в чат в телеге. Там были всякие предложения по количеству голосов. Так, мы нашли человека, который скинул и... А это друг его, нет? А мы уже за это не можем отвечать. Тут уже, знаешь, хорошие друзья, что тут скажешь? Но это не сам Ульмус, да.
Если там какая-то мутка, друг ему скинул, сами там что-то договорились, ну как мы это узнаем, да? Ну если уж вы решили нас обмануть, к примеру, короче, и сделаете. Мы просто голосование сделаем, послушаем еще, что в чате, как люди решат. Ну, судя по всему, это скинуто другим человеком, потому что это не Ульмус. Но это ничего не решает. Ну не знаю, решит только, если они скинут страницу ВКонтакте, если они из одного города. Все, палево. Тебе надо было это сделать не в конце, Андрей, а где-то в середине. Так бы ты не подставил человека, за которого ты, если ты от всей души кидал пятерку за него, тебе не надо было ждать концовочки. Хотя, может, ты не ждал. Может, ему просто стало жалко человека, да? Там, может как-то... быть, вполне. Трек классный. Как вот это все узнать? Как это все сбалансировать, систему построить? Практически нереально. Ладно, подумаем, что делать. А демочки будем слушать? Да, будем. Рубай. Какой там Ульмус? Второй, да, вот. Ну, сегодня эфир, конечно, был забористый. Да, нормально посидели. Даже еще какая-то интрига. Интрига была, да. В конце еще случилось что-то, да? То есть что только сегодня не случилось, кобздец. Чувак обиделся, говорит, офигеть, вы жжете, не буду больше кидать вообще. Я не понимаю, почему он обиделся. Конечно, он пятерку кинул, я бы тоже обиделся. Но мы же стараемся просто... по справедливости решить. Да, чувак. Мы же тут не сидим специально капризничаем. Стюардесса будет во время полета. Будет. Когда-нибудь. В эфире трек Ульмуса, одного из претендентов на победу. Называется «Дредноут». Александр Иванов, пожалуйста, не обижайся. Мы все решим, все сделаем грамотно, поверь. Заморосили сейчас немного, видишь? Да, купить победу за пятерку у тебя все равно не получится. Обижайся ты, не обижайся. Победа не продается. Надо... Победа по справедливости присуждается. Эх, вот чуть-чуть Ульмус надо. Ударочку вкачать, баса продавить, и пойдет, пойдет дело. По частотам все нормально, просто не хватает панчухи. Да не, не переживайте, все решим, все будет классно. Все останутся довольны. А тут хорошо. Раз такие страсти разгорелись, я думаю, мы придем к тому, что приз поделят ребята, и все. А мы будем думать, как решать это. Надо ограничить сумму скидывания. Вообще да, кстати. Чтобы не было такого просто, и все. Толковая идея, но как ты ее ограничишь? Да это пожалуйста. На время... Если ты хочешь проголосовать за человека, реально, поддержать его, по 300 рублей будешь кидать хоть 15 раз. Понимаешь? Ну, если да. Ты хочешь. Ну да. Вот и все. Александр, естественно, мы больше всех запереживали. Вот видишь, какая ситуация произошла? В чате человек правильно пишет, о которой мы уже говорили. По количеству голосов выиграл Фейм, а по количеству денег забирает Ульмус. И что правильнее? Наверное, количество... Вот непонятно, количество голосов правильнее. Ну вот если мы ограничим сумму... А в правилах у нас написано, что количество денег правильнее. Вот эту середину вычислить, да, нейрокодеры, как нам поступить? Армал. Ограничение суммы, я считаю, это наш выход. Не, точно не выход. Обсудим в чате, ребята, поговорим на эту тему сегодня. Да, раньше времени выводы не делайте, я говорю, все будет красиво.
отдайте Ульмусу эти 5000, они ему вернутся, остальное, что задонатили, фейму. Я за Славу Серегу, если что. Ну, кстати, толково. Отдать 5000 Ульмусу, присудить победу обоим, а все остальные... Кстати, это, по-моему, самое идеальное решение. Отлично, так и поступим. Спасибо, человек, который написал. Кто он? Ну, в донатах посмотри, не успел я уже запомнить. Спасибо, друг. Помог, сегодня так тяжелый день был, помог дедам разобраться. Да, которые перенапряглись за часок до эфира и уже не соображают немножко. Вы готовы, дети? Оу, щит! Отличный дабл. Это что, типа в ключе, я называю это тестостероновый драм-н-бейс, а-ля дабл мидли. Когда энергии столько у чувака, что он просто своей музыкой хочет бетонные стены расшибать. Ну, естественно, выражаем Александру респект за такой крупный донат музыканту. Не часто у нас закидывают такие прям крупники. Да. Уже были такие повороты под конец, но они как-то выглядели просто менее подозрительно. Да, там подозрительно. Просто за один много, и за второго много. Да, да, чуваки да. Соревноваться начинали, кто больше. А тут, видишь, один донат за несколько минут до конца выглядит очень странно, так что ты не обижайся тоже на нас. Классный трек у Фейма, очень... Кстати, пишут лоб в лоб, Фейм уступает на сводке, да? Это уже дело вкуса. Там был очень знакомый ой. Может, это мой ой? А все-таки мой. Трек называется Paperclipper. Может быть, наверное. Но как будто с ней рагона чей-то ой. В стране бардак, еще и здесь голосование продажное. Отписка. Вот ты, кто это написал, отпишись прямо сейчас, а то я тебя забаню за такие слова. Ты просто идешь далеко и надолго. Дело не в челе, а в правилах. Согласен. Но ситуации бывают разные. Думать, что бабками можно закрыть любой вопрос справедливости? Нет, у меня такого не будет. Будем решать по справедливости, а не по бабкам. Несмотря на то, что правила озвучены по бабкам. Капиталисты у нас не приветствуются на канале. Люди, которые думают, что все решают бабки... Вот там вот дверь, вот тут. Уходите и больше не возвращайтесь. Как же Фейм валит. Да, неплохо. Отключите мне плейлист быстрее. Последний тунец. Да, поставлю что-нибудь напоследок. На часах 23:09. Нормально. Мы сегодня даже чуть пересидели или нет? Или нормально? На 5 минут уже пересидели. Ну и хорошо. Хорошая была суббота, окончание субботы, а в целом такая, когда очень странная. Ой, сегодня вообще, да, странный эфир получился, потому что мы уже 3 раза были уверены, что сегодня не выйдем в эфир, и... Все ломалось, но мы все-таки...
Трек, смягчающий обстановку по голосованию. Классное мнение в чате по ситуации. Единственное, каждый, кто пытается там вот эту тему сыграть, что можно купить голосование, просто купить, нет, с этим человеком я не соглашусь, а все остальные рассуждают здраво достаточно. Мы обсудим это в чате. Нейропанк-чате в телеге. Обязательно заходите, кому интересно узнать, чем закончилась эта ситуация. Ну что ж, всем спасибо, кто в эту субботу был с нами на канале Нейропанк Рекордс Drum & Bass Show Нейрогон. На этом мы, пожалуй, закончим. Залетайте к нам в чат, чтобы посмотреть, чем закончилась сегодня эпопея на пятерку, да? Эпопея на последнюю пятерку. Увидимся там. Давайте, всем пока. Через неделю, возможно, будет следующий, возможно, не будет. Не знаю. Увидим. Всем пока, ребят.